приблизить будущее реально, заявили специалисты информационно-образовательной программы Роснано и фонда инфраструктурных и образовательных программ. С 25 по 27 марта для студентов, преподавателей и сотрудников Мордовского университета были организованы лекции, мастер-классы и дискуссии на темы биотехнологий, наноматериалов, наноэлектроники, медицины и инновационного развития экономики. Я хотел бы отметить, что мы постоянно приглашаем ведущих ученых мировых центров, российских ученых для чтения лекций для наших студентов. Мы хорошо понимаем, что сегодня в области науки происходят колоссальные изменения, колоссальные сдвиги, и нам крайне важно донести до нашего студенчества, до наших преподавателей, аспирантов, вот все то новое, что сегодня создается в сфере нанотехнологии, наноматериалов, научных исследований, и мы целенаправленно эту работу ведем. Мордовия – третий регион, в котором реализуется программа «Приблизим будущее». Мордовия – один из самых продвинутых регионов России. Если смотреть по проценту инновационной продукции, то Мордовия на первом месте. Здесь лучше, чем в большинстве других регионов. К сожалению, используется главное богатство любой страны – это мозги. Вот главное не то, что Господь положил в землю, а главное – это люди с их талантами, с их готовностью работать и так далее. И здесь у вас это, конечно, действительно очень, очень впечатляет. Что касается нас, то, вы знаете, мы ведь мы призваны содействовать тому, чтобы умные люди свои придумки, свои достижения могли коммерциализировать. Мы призваны содействовать тому, чтобы то, что придумывают самые умные наши соотечественники, максимально быстро появлялось на прилавках магазинов, ставилось в серию и улучшало жизнь. Вообще все инновации, в том числе нанотехнологии, нужны только для одного. Они нужны для того, чтобы человеку было лучше жить. Интерес к лекциям был обеспечен не только актуальной тематикой, но и необычной подачей материала. Это все-таки не лекции научно-просветительские, это мастер-классы по большей части. К нам приехали не просто теоретики, к нам приехали люди-практики, которые знают, как это делается, они с этим работают свой каждый день, и что это внедряют в реальную нашу жизнь. 17 мероприятий программы за время работы команды «Роснано» в Саранске посетило более 3000 человек. Мы показываем в ваших же вузах, для ваших ребят, мы показываем фильм о Стиве Джобсе. Это потерянное интервью, оно было снято в 95-м, если не ошибаюсь, году. Очень интересный фильм. Так вот, знаете, мы чего хотим? Мы хотим, чтобы ребята, которые будут в эти дни на наших мероприятиях, чтобы они сделали больше, чем Стив Джобс. Вот это наша цель. Слушателей, не имевших возможности присутствовать на лекциях, Мордовский университет приглашает на свой официальный сайт. В разделе «Медиа» представлены видеозаписи некоторых мастер-классов, прошедших в МГУ имени Огарева.